лицахой. Да
Ну, чтобы ребята не было, типа. Тихо, стоп. Чтобы легче было ноги скрестить. Не трогай, не трогай. Юрий Сан. Он не знает, доставь. Вперед, все, давай, Михаил, давай. Пошли, Вадим. До середины развернулись, Руслан, развернулись, вперед. И такую сторону. Вперед, Руслан. Ой, осторожно. Даже маленький делал, а ну вот сюда. А теперь иди. Так, раз, два, три, четыре. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Все. Все, да? Да. Хорошо. Так. Вы, девчонки, Вадим, сядьте сюда. Вы. Так. Дима. Заболел. Так он зубы лечит или заболел? Что-то решите одно. Ну так он сказал, что не придет, потому что зуб болит. Зуб болит? Да. А на кого у него зуб? Значит, Андрей, возьми своего коллегу, вы туда. Ага. Так, нет. Вы поделаете учкомит, да? Сейчас я подойду. Вы сядьте. Что за бум? Так. Вы. Вот здесь построились, встали. Руки в руке. Учкомит вы поделаете. Андрюк, смотри, что делаете. Вы шпагат делаете? Ну. Шпагат делаете? Шпагат только не делает. Нет? Возьмите, сделайте шпагат, а потом поделаете. Учкоми сзади. А, ну что, да? Вперед, через вперед. Ну, хорошо, что вы забыли. Да, Учкоми потом собирайте. Теперь подряд. Доупас. Передайте. Опа. Так, страховка назад. Вот той. Кто считает? Я. Руслана считает. Считать не умеет. Громко считает, Руслан. Громко считает. Эй, а можно тебя сюда? Ясно, сейчас кровь, пожалуйста, на жопу дал. Вы вдвоем туда. Я закажу, что ты два дни будете качаться со мной 10 минут. Хорошо. Я тебе скажу, сэр, он ничего не хочет делать. Сейчас ты его тюкнешь, я буду иметь такие проблемы. То есть уже четверг, да, там уже хочешь, не хочешь. Сэр, праздник они не хотят. Пустынные были. Сделали? Да. А шататься бежим. Бежим. А Андрюк, учкови. Петя, я покажу, ты не работаешь, я тебя сюда забираю. Падаем вперед, на ноги. Считает, Михаил считает. Опа. Пошли. Собирали на ноги. Уно! Не знаешь, что Михаил? Вот, умница. Три. Так. Папа. Елена, страховка высокий партер, то есть высокие колени, перекаты, сын кадря. Оптой. Пожалуйста. Не слышу. Один. Ну, один. Понял, но громко. Ты скажи, трое. И потом делай. Не слышу. Три. Ну, двое. Три! Дой, я не слышал дой. Давай-ка. Дой! Ага. Три!
Так. Видно. Хорошо. Встали. Значит, сейчас вы страховку назад. Смотрите. Расставили на инке, шить не на поле. То есть один раз полной вперед и один раз кувырок назад. Хорошо? Смотрите, так делайте три раза вперед, три раза назад. Итак, вводите здесь, Олесенька, пожалуйста, здесь, сюда, голова. И делайте быстро. Значит, один раз вперед, один раз назад. И так три раза. Хорошо? А ты делаешь боком. Хаджина, пошли. Не, Андрей, нафига это делать? Оп, движение, еще раз. Оп, я все. Пошел, здесь чего? Здесь четыре. Так, что такое у вас? Эй, растоглили на инте. Не вижу. Пошел, Лукрязь. Где-то палочка моя была, выручалочка. Слышишь, ты не видишь палку? Нет, ну, разогрели на инте, разогрели на поле. Не поднимай, просто зайди, просто в проект. Так, хорошо, покажи, пожалуйста, что ты сделала? Ты сделала уну туда, а уну сюда. Нет, я три делала. Смотри, видишь там мигает? Да. Я могу посмотреть его? Да, я сделала. Все, кто говорят, я потом смотрю, и все никто не делает. Ой, делала. Ну вот покажи, как ты сделал. Один раз сюда, один раз сюда. Что ты сидишь? Я не понимаю, может, сделать. Стоп. Что, так? Нет. Сядь сюда. Я сказал, растоколи и на инвой, и на поле инвой. То есть вперед, назад. Вперед, раз. Хорошо. Так, встали. Друшика, можно тебя на секунду? Да. Посмотрите, встань сюда. Значит, смотрите, что я делаю. Вот сейчас мы посмотрим, как вы страховку делали. Подходите и толкаете. Он делает страховку назад. Смотрите. Оп. Потом он встает, толкает меня. Не-не-не. Поворачивается, смотрите. Теперь его толкаем, делает кувырок вперед. Или страховку через правый левый бок вы не умеете, значит кувырок. Опять я его толкнул, он раз, подходит ко мне, толкает меня, я делаю кувырок. Понятно? Понятно. Так. Тиндерин. Yes. Тиндерин, нет. Вадим, иди сюда. Подари. Так, еще раз, я тебя прошу, здесь нет мальчиков и девочек, есть тренировка. Присядь, пожалуйста. Вы здесь. Значит, еще раз вижу. Значит, что? Толкаем его, он делает страховку надо. Так, и страховка. Так, и страховка. Давай, хоп. Вот, выключаешь. Давай. Давай, птичка. Толкай его здесь. Его толкай. Эй, как вы падаете? Где страховка? Пошли. Вот. Так, толкни его теперь. Хорошо. Так, а теперь поворачивайтесь спиной. Спиной, кувырок вперед. Если не получается, да, кувырок вперед. Получается, тю. Теперь ты его толкаешь. Помоги им подняться. Хорошо. Стоп. Мате. Сделали, да? Надо так толкать, чтобы летел до забора. Да. Так. Иди сюда ко мне. Нет, ты остаешься здесь. Андрюха, ко мне. Андрюха, ко мне. Берешь вот эту пару. И смотри внимательно. Аделина будет стоять вот здесь. Вадим будет стоять здесь. Повернись ко мне лицо, ручки. Значит, подходишь, но шире. И
делаешь ей заднюю подножку. Оп, только запиши на, чтобы она чуть-чуть перезашила. И вот. Все, делаешь один раз ему, один ему. Один раз все время заднюю подножку. Иди сюда. А лестница здесь, здесь. Один раз не отхват, когда у них ноги. А рука не находит, мужик шире. Когда вперед делаешь, да? Полностью раз, цени гыты. Ой, цени гыты там. Хорошо? Аккуратненько. Пошел. Туда, сюда, туда, сюда. Делай. Пошли, пошли. Пошли. Иди сюда. Иди к тренеру. Вон туда. Тренер тебе делает стринга, бряка, выведение на равновесие вправо, влево. Только ты делаешь. Главное, чтобы они... Так. Еще раз. Ты падаешь, посмотри, ты... Правильно, чтобы не ударил? А, нет, скажи, скажи. И садись, садись. А держит он, знаешь, почему у тебя? Потому что ты падаешь вот так. Ты должна сесть. Маленький случай. Вот смотри, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, подбородок, подбородок вниз. Да. Когда ты легче будет падать. Опять выпрямляешься. Ну это как бы бывает. Так. Хорошо. Так. Теперь, Олеся, иди сюда. Стоп, мотай. Теперь вы делаете. Они делали такое растаблирование? Да. Делали ручки. Значит, еще раз. Или отсюда. Я думаю, что отсюда лучше. Еще раз то же самое. Вот. Опять. Поднять. Поднять. Раз, два, а потом скинуть аккуратно. Не вперед, а в бок. Потому что они вперед долбанутся. То есть подошел, поднял, он дойдет и сюда тихонечко, в сторону. Пошел. Его, 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 его. Снизу ручку. Ага, смотрим. Так. Раз, два и побежим. Умница. Падаем, да, на ножки падаем. На ножки падаем. Голову. Да, вот, умница. Ты посмотри, посмотри, Барсел. Посмотри на меня. Ты когда падаешь, ты здесь лицо, голову вот сюда, вот сюда. Мяч. Хорошо? Ты просто ручку сейчас придержишь, чтобы он не успел. Так, хватит ее бросать. Значит так, ты будешь. Твоя задача сделать три броска. Поклонила. Дальше. Все пускай мне делать. Да, правильно. Вот это, вот туда, да. Вообще. Ага. Когда так делаешь, тебе отлично. Андрюха, бросок. Как ты стоишь, посмотри. Ты берешь вот так вот. Что такое рука? Бросок. Это кувырок вперед. Кувырок вперед подъезжает вперед. То есть вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, еще осталось чуть-чуть. Отлично, молодец, резинка. Единственное, что посмотри, он когда начинает бросать, он же выше тебя. Встань на носочек, ты на спину. Да, какой ты хочешь на спину. Еще осталось чуть-чуть. Да, да, да. Так, кто у меня здесь? Так, сколько фиксит у нас? Андрей, Андрей, руку не здесь, руку отсюда. Нет. Вот ты должен делать. Если как берешь руку, так берешь руку. Хорошо, Матвей? Хорошо, поклонились. Так, ушли. Руслана. Руслана туда. Значит, нет, просто девочки все сюда сели и мальчики тоже сюда. Вы. Сюда. Значит, что я от вас хочу? От вас.
Значит, что вы вдвоем делали. Вдвоем делали. Значит, вот это движение. Раз. И Андрюха делает сразу. Сразу. Раз. Еще раз. Шаг. Делаешь вот этот новый шаг. И раз. Сюда. Два. Три. 10 раз. Меняем захват. Фронтально. И теперь сюда. Шаг. Оп. Сюда движение. Оп. Сюда движение. Оп. Понятно? 10 право, 10 лево. Давайте разогревайте только. Так, значит здесь. Раз вы вкладываете умеете, значит вы делаете умеете. Правильно? Заднюю подложку. Значит, Руслан, вот здесь. Я буду менять. Ты будешь бороться с Вадимом. И будешь бороться с Михаилом. Сядьте вдвоем сюда. Так, Олеся и Анна. Сюда, сядьте сюда. Вот. Да, мы с тренером поговорим. Значит, еще раз, как бороться? Хорошо, поклониться. Перезахват. Вот. Вот, отсюда. Все, вперед, заднюю подножку. Стоп. Шида. Нельзя.
когда ты будешь бороться, а вот туда, не играть. А? И часть. И часть. Поклонись ему и хватит. А если он тебя выберет? Все, он там опять будет? Не хочу. Хочу.